У меня сейчас этот выключится. Что, Грант наркоман? Да, мы с ним наркоманы. Колимся постоянно. Слушайте, ну пишите чушь такую, а? Какой Грант наркоман? Спортивный только. Спортивное питание фигачит. Как часто делаете маникюр? Блин, ну гель-лак делаю раз в месяц, раз в полтора месяца. А маникюр делаю каждую неделю. Как часто делаете маникюр? Мы с Женей на самом деле мало проводим времени вместе. Я вон чифер пью тоже постоянно. Тоже наркоман. Во Фанкуба. Ты когда вернешься на проект? Никогда. Ну так, чутка. Танец твой понравился. Елена, спасибо большое. Я не очень старался, конечно. Мне мама... Короче, я танцевал, а мама мне деньги сувала. Поздравляю. С днем ангела, Наталья. С днем ангела. Ой, значит, Наташку тоже надо с днем ангела поздравить, да? Как относишься к разводу Купина? Послушайте, я с ребятами не так близко общался, да? Ну, с Лешей там тусили разок. Ну, как очень хорошо отношусь. И я не думал, конечно, что у них так все произойдет. А где вы находитесь? Киллеров хотите послать сюда? Красная площадь. Ильинка 11, короче. Первый подъезд. И жену поздравьте, конечно. Бывшую жену. Там сумка, да, спасибо. Ты все, Надь, да? Пошла? Больно, да. Яйцо хочешь? Яйцо? Да. А, не, я не ем шоколад. Я сгущенку ем. Не. Вот я вообще 4 дня сгущенку хочу из банки. А я варю ее, да, сам дома. Все, Надь, спасибо. Я... Ты придешь еще, нет? Нет, еще не приду. Ну, я выставлю, да. Хорошо. Спасибо. Леха, давай замутим фан-встречу. Ну, какой? Там зэки одни придут ко мне. Ну. Фан-встреча, блядь. Нас примут сразу ОПГ-209. От 15 лет разбег. Куда? Какая фан-встреча? Я один раз был на такой фан-встрече. Вернее, не поехал. На шашлыки с ребятами встретиться решили. Да. И все сидевшие, причем все вместе, там человек 20 было. Ну и коллективное фото одно сделали. Бля, ну что, 209-е, короче, ребята, поехали. А Наташка мне что-то пишет. Леха, что там за прямой эфир приостановлен, да? Наташка писала. У всех, ну что там, я вообще не знаю, я не общаюсь с ним. Что с Грантом случилось? Не знаю. Все хорошо сейчас у него, Макс со мной, он кричит уже, все нормально. Как на личном. Ну, он с Наташкой нормально все у нас пока вроде. На личном.
Астана, Казахстан, привет. Вологда, привет. Я ничего через за бабах, да. Дома. Привет, как дела? Сердечный приступ. У нас было одного, короче, ну, инфаркт головного мозга. Вот у Гранда такой же сердечный приступ. Ванкомст у вида нах Deutschland. Ich habe gesagt, Oktober. Mein Sohn hat Geburtstag, 17. Oktober, und ich muss fliegen nach Berlin. Von... Oktober. Передозировка. Да прекратите, вы что мне сейчас наговорите, передозировка. Хамбалочка, да, еще и... Леха, и вправо отбросил. Вон, да, дома ты похорошел. Бля, я пить перестал. Ставлю и решу с тобой познакомиться. Классно. Леха, у тебя отличный немецкий. Ich spreche sehr gut Deutsch, ja, richtig. Ich weiß, ich bin Deutscher. Так, привет вам из Турции. Турция, здравствуйте. Хочу замуж за тебя. Ну, сейчас у нас аж зубы сначала вставь, ну. Кёльн, халю, шюн. Ну, я тебе сама так сказала, я не знаю, кто. Так, Лёха, тебе надо сниматься в фильмах для взрослых. Идите в жопу, бля. Мария Ростова, слушайте, ну. Лев Николаевич. Здесь только хоум-видео. Нужно будет искать дальше. Искать, смотреть, может быть, какие-то новые пути. Как чисто на мой глазомер, мы уже проплыли километра два, но я уже начала уставать. Вы плыли, уже просто уже уморены. Дик Мэг, по вашему заявлению, было принято решение... О, подождите ко мне. Ну все, я теперь не бомж, короче. У меня же не было прописки на территории России. Так. Без зубов возьмешь ее? У вас великолепная мама. У меня мама офигенная, ребятки. Просто, ну, мало кто знает об этом. У нас не договорчик, мы не афишируем. Мама. Потому что она... Ого-го, какая женщина. Я бы сняла с тобой видео. Загорулька. А муж что скажет? Зовешь, что подружилась уже с мамой. Классно. У меня у мамы 22 сентября день рождения. Будет ей 69. Нету мужа. Казахстан, привет. Блин, ребятки, так хотел в Казахстан съездить. Ну. И что-то все не получается. У меня сейчас друг туда ездил на 2 недели. Тоже 53-го года, да. Алексей, привет, я оставлю поэтик, какой ты будешь туда приходить? Нет, не буду. Мне 43, классный возраст, мне тоже. Заматишь, да? Да, безусловно. Когда последний раз в Сыробайкальске был, блин, ребятки, лет 25-30 назад. 30 назад. Я снова у Ваяны.
Украина, привет, ребятишки, привет, дорогие. Лобанов, Амель, Джонет. В каком городе в Казахстане хотел бы побывать? В Кибастуз бы хотел съездить, там шпана у меня знакомый живет. Алматы. Павлодар тоже знакомый есть. Но они сидят сейчас, по-моему. Так. Тут кого убили. Так, с Аленкой Водонами не общаешься? Ну как, общаюсь, почему нет? Одни слаженных действий, Таня и Женя, не просто рискуют потерять лоб, но и тратят драгоценное время, рискуя не подпишись. Скажи, как повернуть? Повернуть, как что-то удобнее. Не, все хорошо. А весла уже были куда-то. Дерево побери! Ситуация уходит из-под контроля. Мы с мужем за вас не переживаем. Пил он, конечно, с Минским. Надеюсь, не пропадете. На что теперь там смотреть? Леха, дождись меня. Где? Давай, подъезжай. С кем общаешься с проектом? Тигран, Безус, Наташка. Рыбы, которые были более-менее плюс-минус. Это Арина. Спинку всегда выпрямили. Ванночка Ахеева. Держи связь с Крисом, она хорошая. Крис, позавчера я писал, письмо пришло для сына моего, которое он отправлял из Италии в Германию. Друзья остались все, ну, блин, остались, но уже все, как бы, связь не поддерживаем. Нет движа, потому что нет меня там, вот поэтому нет движа. Бородино не было тогда, Ксюхи. Ты в Германию переезжаешь, я поеду в Германию к сыну обязательно. До 17 октября буду там. Ну, если технически, вот сегодня в посольство мне нужно, прямо сейчас отсюда побегу. Документы надо распечатать, а не Datenschutz. Ну, кто его знает, просто... копии, у меня нет флешки. Как это сделать, не знаю. А ну, в эту штуку не надо засовывать? Сейчас. Wann kommst du nach... Ich hab gesagt... Я уже говорил, ну, как планируешь развиваться-то? Лёх, ну а ты как планируешь, ребята, а куда мне развиваться? Рузан тут тоже, ну, на казах, я знаю. У меня есть там девочка знакомая тут. Ты же был нищий кихелт. Разве нищий кихелт? Если будет поджигать, вытаскивай, хорошо? Ага. Собирайте чемоданы и идите нахуй. Это он там по телевизору говорит. Зачем ему развиваться? Надо удачно жениться. Удачно нет. Он уже развитый. Блин, блядь. Нет, я развиваюсь, естественно, каждый день. Вот сейчас у меня опять есть время, я читаю книжки свои. Поэтому... Ребят, сейчас уже, ну, может быть, дня два назад, три... Это было бы до пятницы, было бы актуально, да, я бы еще, может, вернулся сейчас с абсолютно другие планы. И, ну, у людей своя жизнь. Если условия какие-то предложат, ну, более там, лучшие, да, чем были у меня до этого, но у меня и так были офигенные условия и отношения ко мне. Да, не знаете, это здорово. 4870. Сколько секунд держать надо? Не, у меня пока не жжет. Пока не перестанет. А, пока не перестанет. Алинуся, привет. Но Таню это не очень устраивает. Есть такие моменты, в которых мне бы хотелось, чтобы Женя брала на себя 100% ответ. На Вику Романец похож, девочка. Приезжай в Якутию, тут денежки, мазиков много.
А ты снимаешь квартиру? Нет, я не снимаю. Я живу, где у меня сын прописан. Перестали. С Кристиной, да, перестали общаться? Так, помахать. Оксана, привет. Мама в Подмосковье живет. С Наташей общаетесь? Да, конечно. Спасибо за прекрасный эфир. Чем занимаешься? И, ребят, я занимаюсь собой. Хожу на спорт, кушаю, кайфую, слежу за питанием своим, не выпиваю вообще. Живу в удовольствии. Что по телеку показывают? Показывают, короче, любовь с... Что-то какая-то. Не знаешь? Четыре слова? Нет, а вот другая уже передача идет. Любовь, что-то за бабки. Мистер Икс. Ну, красивый, хватит уже. Так. Если... Крис и Леха. Да мы с Крисом будем общаться, ребят. Я ей написал сообщение неделю назад где-то. Она его, я попросил его, чтобы она его прочла через пару месяцев, да, перед, там, в конце ноября, когда они уже с Ваней не будут вместе. И ей просто надоест, она... Я вам показал бы это сообщение, но... Так, что там, думаю, самим. О, слушайте, это, ну, нужен бюджет для этого. Там аренда лям в месяц где-то только. Дом, который без тебя скучный проект. Привет, Леха. Если есть инвестор, есть предложение, готово. А с телеканалом, я думаю, это был бы пятница, Ю. Не, не Ю. Короче, ну, может, подумать. Тебе нравятся худые или с формами? Ну, женщин должно быть много. У меня нет... Только звучит. Получи 500 рублей балла за первую покупку. Ух ты, пилишь. Пусть я буду с собаками, я так смеялся. Вкусные точки. Блин, может быть заехать сейчас в вкусные точки, как думаете? Ташкент, привет, привет, Ташкент. Плов ваш. А, Хальберштадт, Алешин. Да, с Кадони общаюсь, с Владиком. С Бородулькой общаюсь, с Ксюшей, да. Ну, так, в каком районе живешь? Гагаринский район. Мой любимый район. Регистрируйтесь на приветмир.ру и получайте я не забыл. Скоро сказка сказывается, да не скоро ужин делается. Услыхала на полу птица, да как взвелась, полетела. Встали в ряд, мы стали котлетки нежные, колбаски пряные, пшеницы сочные. Что мне от статики рука трясется? Таджикистан, привет. Большой пальчик отдельно. Ага. Держим вот так лампу. Вот. Ага. А те? Отлично. Те нет. А нет, только большой пальчик. Так, почему ты думаешь, что Кристина не будет вместе с вами? Блин, ну у меня есть свое мнение на этот счет. И оно основывается не просто там на неприязни, да, к
Барзику, у меня вообще нет к нему неприязни. А вот его действия и поступков по отношению к ней, она все прекрасно понимает. Ну, мы с Крис говорили, она умная девочка и чувствует все. Хватит гулять, да. Теперь говнище. Так, у меня там сообщение было пропущено. Я могу тебе помочь с открытием пиццерии. У меня при Таджикистан. Так, Лёха, что за несправедливо? Да ты откуда знаешь, какой он? Ты с ним лично общаешься? Моя мечта и цель — замутить с тобой пиццу. Слушайте, ну вот это мне нравится. У меня есть концепция готов. Я каждое утро, когда просыпаюсь, понимаете, вот все получится по принципу, если ты будешь жить. Допустим, я свои хотелки убираю, да, я свое хочу, короче, просто вот убрал. Я хочу отдавать, вкусную. Блин, связь чуть-чуть. Хочу отдавать вкусную пиццу, да, людям, чтобы они радовались. Хочу дать рабочие места. Ну, вообще, вот, именно. Хочу, но даю. Меняешь, когда все получается. Крис достойна счастья, несомненно. И оно у нее будет, я думаю. Вот такая палка должна остаться, что ли? Нифига себе, значит, а по поводу пиццерии, у меня есть концепция офигенная, полностью готового бизнеса. Причем, ну, не только готового, а вкусного. Что вы выпендриваешься? Точки там. Угу. Да, на мой вопрос не ответил. У меня просто связь пропала. По влюбленности. А я не видел вопрос вашего. Профессиональный танцор. У меня как бы постоянно нагрузка идет на ноги. И тут давай, братан, работай руками. У меня уже руки просто забились, как после 50 подходов с гантелями. Лысый толстым старым. Потихонечку. Да, это тоже у меня не лизанет. Это 100% он будет лысый старый. Две точки или три? Три. Три. А на остальных, может, по одной маленькой? Нет. Только это... Не ниже надо, смотри. Вот, блин, ну не спросил. Луну эту не трогаем. Вот оттуда. Здесь большая, маленькая и маленькая. Они вот три. Можно стереть, а? Все, большая, получится. Маленькая. А, нет, большая, пониже, да? Средняя. Да, ниже, не на Луну. Угу. Все, хорошо. Получится? Конечно. Так, это влюблён красивый, иногда глаза нормально очень. Слишком много. Я беру, представляю себя тем, кем является. Кто врёт на проекте? Да все пиздят, вы тоже, да? Ну, извините. С Наташей поддержишь общение, да, с Наташей. Да. Что-то в этом роде. Ну, или да, побольше да, да, вот эти или две, это нормально, вот та, это побольше. Это средняя, да? Да, средняя, это маленькая. И так-то, по, ну, немножко расстояние, чуть-чуть побольше. Побольше, да. Хорошо. А это нормально большая. Все болит, я хочу рвануть, когда ей как тростнику пальцы. Там
Покажи потом точки. Привет, Владивосток. Здрасте. Леша, только не вздумай красить. Да я не крашу ногти, ну что, прекратите. Вот, но ей казалось, что это полное... Так, расстояние нормально? Да. Среднюю чуть побольше делаем? Да. Угу, все. Я понимаю, что время уже в обрез. Нужно действовать быстро. Ну так, чтобы они как-то симметрично были. О, когда мразь красная укусила меня. Ну, какие слова говорит? Мразь красная, ужас. Так, что он там делает с ногтями? Барсик нужен воспитать. Так, почему Стас? Не знаю. Ну, это же сам уважаю. Кристина точно его любит. Так, Кристина любит, да, что ты делаешь с ногтями? А в чем сушить? Так, а, блин, я держу долго. Вытащить? Пусть будет. Если руки загорят? Нет. Мне очень интересно, что за точки там. Тебе надо дать продюсеру. Леша, мама у тебя классная. Да, мамуля у меня вообще великолепно. Рапунцель видишь? Нет. Если мы сейчас не получим ключи, то мы не получим его за себя, потому что мы потеряли время. Тут нас подводят к какой-то непонятной металлической штуке с каким-то рулем от большого такого капитанского корабля. Посмотри, побольше. Да, отлично. Нормально? Слушай. Да, слушай. Ну, маленькую помечу? Нет, не поменьше, маленькая, нормально. Но только, они смотри, вот отлунула. Ну, тогда так же сделаем, да, давай. Ты хотел пониже, что ли? Пониже чуть-чуть, да. Ну, не, нормально, давай не будем, короче. Угу. Давай, другой... Может, там маленькую еще сделать, место есть? Еще одну точку, да. Прям маленькую, да, четвертую. В какие клубы ходишь? Ни в какие. Ну да, да. А чуть-чуть побольше, чтобы она не симметрична, видишь? Вот чуть меньше предыдущая и чуть больше, которая есть сейчас. Алёшка, привет, здрасте. Алёшка, привет. Алёшка, привет, какой цвет выбрал? Хотел вернуться, да. Нужно было мне, наверное, фотографию показать, чтобы я фотографию сразу поняла, что нужно делать. А так что в голове... Ну, я понятно. Вот вывести. Чуть-чуть, смотри, это большая, это нормально, а вот это ну, чуть-чуть еще, давай, побольше. Чуть побольше, прям капельку самую, там, пожалуйста, извинюшку, Ксюх, я тебя... Ничего. Так. К чему говорили, все, ехать, только ты, Брянская, да. Тренера нашел себе, я сам себе тренер. Да. 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 Тут можно что-нибудь другое делать. Да? Или тоже совет, Ну, конечно. А что другое? Да? А полосочку. Вот ты полосочку думаешь, да? Что тут понравилось? Не, я наклейки не хотел уже сколько их делал, этих наклеек. Дешево смотрите. Да-да. Смотрите, привет, я из Таджикистана, привет, Таджикистан. Леша, встречаюсь с парнем 5 лет, я закончила. На юридический институт, следователем, категорически против, сам не работает нигде. На работу, но уже... Я вообще не даю таких советов, но... Тут специалисты иногда стесняются давать советы, а я что? Идите следователем, на зэке женитесь, сердобольные. У меня был роман со следователем как-то. Я сижу, у меня Ольга Олеговна такая. Говорит, у тебя такие руки красивые. Что делать? Это так же? Прочек пониже. А ты их мне все заматишь потом, правильно? Да, конечно. Ну, ты очень другой, может. Может, этот вот полоска такая с точкой. Или, как я показывала. Да, или просто полосочки такие. Улетите, Глеб, можно такое сделать, просто тоненькую и в конце точку. Да, можно. А отсюда начнем? Или вот отсюда с кончиком? А ты не можешь начнем? Пиццу нарисовать кусочек, не? Без проблем, вообще все, да? Что угодно могу нарисовать. Я вас могу нарисовать. Да, пиццу кусочек. Вот так.
цветную? Нет. Ну, если есть возможность. Сейчас, прям кусок такой. Здесь мы принесли деньги. Покрываешь ногти. 260 тысяч рели, это, короче, мы. Я очень рада, что вам удалось собрать необходимую сумму, но 15 тысяч рублей. Зачем ну, ногти гели? Это не про деньги. Женя, тебе нужно понять, что даже самая жесткая бизнес-сумма... Леша, привет, я нарисую, нет. Пиццу нарисовать, Леха, привет, с Бухчем так не общаемся. С Кристиной нет. Голодный кушать хочет уже. Ребят, я плотно завтракаю. Так. Крис и Леха, 100%. Ура! Спокойной вам ночи. У вас Слушайте, в Орле, ребятки, я в Орел уже поеду. Есть отель там какой-нибудь? Надо сейчас будет посмотреть. Ой. Ну, Крис, сейчас непонятно. Доброе утро, Таня, Женя. Доброе утро. Доброе. Хотела бы вас обрадовать, но, к сожалению, испытание сегодня будет вновь очень сложное. Ну, кажется, какая тебе, начали. Какую ты сможешь сама сделать? Да я любую. Да? Конечно, в очках это сможешь? Это? Да. Без проблем. Давай. Сверху на каком плане? Ну, сверху. Давай. Алексей... Вы на работе, да? Это и на соседнем... Можно его нарисовать здесь, а здесь маленькими буковками написать. Купиться, да. Можно, супер. Надо заматить его сначала или нет? Да, это липкий слой. Мы просто снимаем, чтобы легче было рисовать. А, она липкая, я ее все... А я тут сижу, ее держу. Тут. Так... Леша, поехали на море, отдохнем от души. Да легко, блин. Приезжай в Ростов-на-Дону. Ростов, папа, привет, ребятки. Давно не был у вас. Сабир ростовский у меня есть. Дружок мой. Дядь Сабир, ты как там? Все нормально? Охуенненько. Маникюр, маникюр. Дон Великий, Ростов-Дон. Так, Алексей, передай привет мне. Мне привет. Анастасия Белова. Что думаешь про семейство Ромашова? Блин, у них все будет отлично. У них и так все отлично. Вот Женька с Настей, это два пазла одной жизни. Украина, привет, ребятишки. А что скажешь по поводу пиццерии? В планах открывать? В планах есть пиццерия, да? Как вы работаете? Кем вы работаете? Я никем не работаю. Ермакова нас пригласила? Нет. Но мне тут советовали, может, сходить, подарить подарки. Конечно, я не буду этого делать. Я уважаю Надю и ее выбор. Мешать ни в коем случае не буду. Там уже пишут в сети, что я приду. Я же тоже буду отмечать Надину свадьбу. А сейчас... Надо найти ресторан будет. Казань, привет, привет, ребятки. Обожаю Казань, казанский Акбарс. До сих пор болею за вас. Ты в поисках своей спутницы. Никого не ищу, вообще никого не ищу. Все, что мое, оно придет само. Даниэль в поисках любви. Ой, Даниэль ее любит, да? Я не продаю рекламу свою. Не занимаюсь этим.
я могу так отрекламировать чисто по честному отзыву своему. Был на Алтае? Нет. Да, хлопы вообще. Нельзя так. Не говорите про Криста Кармашева. Настя тоже хорошая. С Наташей как? Все отлично с Наташей у нас. Угу. Остается минута, короче, ребятки, я сейчас с вами могу поговорить. 2 минуты. Комедия, бизнес.